Пожалуйста, изобразите закон спроса. Непривычные для слуха школьников экономические термины здесь становятся понятными и простыми. Одиннадцатиклассники Салаватского лицея внимательно слушают новый, не совсем обычный предмет. Им рассказывают, какие знания необходимы для поступления в ведущие вузы России. Для обучения школьников специально из Москвы приехали преподаватели Российского университета дружбы народов. В первую очередь, конечно, развивать ребят, развивать их мышление, творческий подход. А ребята здесь очень одаренные. Многие, я бы сразу взял бы их учиться в университет. Уже такая первоначальная адаптация, скажем так, к университету здесь происходит. У многих учеников появилась мечта – стать студентом университета дружбы народов. Будущие абитуриенты говорят, что узнают много нового и интересного.